Справа. Пойди время посмотри. Все пропало в тумане. 4 сентября. Я немного вижу. Иди, время глянь. 4 сентября, 17 год, Харьков. Да время пойди посмотри, говорю. 8 часов, 8 утра по Киеву. И вот такое у нас туманище. Ну куда ты пришел? Смотреть. Я чуть-чуть там вижу этот, я чуть-чуть вижу тот дом. Где его вообще? Так куда ты его, и школа уже исчезла, вообще все пропало. Нет, школу я еще вижу, а вот дом просто. Ну видишь, сейчас пойдешь, значит. Вообще. С утра ясненько было, такой туманище теперь. Я иногда люблю туман. Школу закрывает. Да, конечно. Туман. Из-за тумана закрываешь школу? Да. Или просто не видно ее закрывает? О, а ну, иди сюда. Уди. Иди туда на выход. Что? Да я пятна на солнце вижу. Какие? Вообще классно как. Ух ты. Какие пятна? Это луна. Нет, это солнце, сынок. Вот это да! Ну, дай отойдем, а тут трясется. Вот это да! Ты видишь пятна на солнце? Да. Может, это у тебя. Вот это красотища! А, это не пятна. Это пятна на солнце, я тебе точно говорю, сыночек. А теперь пятна. Потрясающе. 8 часов утра, да? А ну дай еще чуть-чуть попробую приблизить. Отойди, не толкай меня, Саня, я тебя очень прошу. Офигеть. Вот это да. Я смотрю, нифига себе, я смотрю на солнце и не защуриваюсь. Да, да, главное, можно и зажмуриться, если без такого. Вот смотри, без фитофильтров, без ничего. Не, ну какие пятна на солнце, обалденнейшие. Я даже отсюда вижу пятна. Да ладно, не, ну ты на экране это видишь, а так-то не видно. Потрясающе. Где школа? Движение. Да, школа уже тоже не видно. Что это за туманы такие нереальные, а? Это косми... Я же говорю, это с космическим мусором связано. Ты про милицию? Надень шлем, помогает. Сними это с меня. Я тебя очень прошу. Это коробка. Не, сейчас меня не трогай, Танюш. Да я понял. Я передам. После выходных, конечно, там. А ну-ка, хватит. Ладно, попытаюсь, вряд ли еще так классно получится, но... Вообще отлично, уже как снялось. Уже 8-4. Я вообще в школу вообще. Школы как и не было. Там был холмик, а дерева не было. Офигеть. Что у нас за солнце? Может, это реально конец света? Нет, это не конец света. Ну да. Там должны быть. Наверное, это не свет. Всадники там и прочее. Это еще в 60-м, наверное. Там уже за мою только жизнь 20 штук было. А? Концом света, говорю, за мою только жизнь штук 20 уже было. Я не понял. Ну, такие они. А? Не фатальные концы света. Ну. О! Сейчас я настроюсь и утеку, чтоб дрожание. Будь здорова. Отойди, сынуль, я сейчас чуть не грохнулся об тебя. Я делаю. О, окошко. Выдвинься, пожалуйста. Выйди туда. Ага, 8:06 по Киеву. 4. 8:04. 4 сентября, 17 год, Харьков.
Да, но сейчас уже мы не зажмуриваем перед сном. А вот я зажмуриваю. Вообще ничего. О, как глянь, школа уже. Я вижу только крышу школы. А вот самой школы нет. Пойдем. Да, что-то увеличивается туман. Офигеть. Мне становится страшно. Чего страшно-то? Вдруг он на нас нападет, этот туман. Это просто вода, влага в воздухе, сынок. Как она может напасть? Захлебнуться ее невозможно. Ты портфель-то собрал? Вообще обалденно, я не знаю. Я с базукой, я с пистолетом. Good for you. О, фокусируется на пятнах. Фокусируйся. Фокусируйся. Ну давай пойдем, чтобы у тебя слимый пол. Не. Не сечет. Не сечет, не сечет. Ну туман он, конечно, с одной стороны закрывает яркость, уменьшает, а с другой стороны он же мешает фокусироваться. Камера-то мыльница. Или камера плохая фокусирует. Ну, плохая, неплохая, господи. За... Я думаю, что самое лучшее уже было в записи. Вряд ли получится такое же сочетание тумана. Уже то ли слишком ярко, то ли... Кто-то сказал, что умер. Да будешь ты здоров. Нет. Не, наверное, уже лучше не получится. Как там туман? Ох, этот
Харьковский туман. Давай еще раз мне время скажи, я уже буду финишировать. Не, я не услышал. 8-10. 8-10. Туман потихоньку рассеивается. 4 сентября, 17-й год. Пап, туман потихоньку рассеивается. Ну да, надо уже вырубать камеру, а то сейчас пожжем все матрицы. Это было здорово. Вообще весь пейзаж пропал.